Приветствую вас, и, наверное, начать свой ответ я бы хотел аноним с вопроса вам, да, собственно, вот, как бы вы-то сами хотели быть. Ну, то есть, вы сами чего хотели бы в этой ситуации конкретно? То есть вам мужчина, точнее по отношению к вам, мужчина действует так, как вам неприятно. Вы, соответственно, с этим миритесь, вы выбираете отношения с мужчиной продолжать, а сами при этом вы страдаете, переживаете, да, у вас как бы, ну, и получается проблемы с самооценкой, потому что вы начинаете думать, что вы ему не интересны. И вместе с тем, что-то в вашем поведении, да, наводит меня на мысль о том, что вы, вероятно, хотите доказать ему, я имею в виду, ну вот, мужчине своему доказать вы хотите, вот, что вы можете быть интересны для него, вот, ну, условно говоря, понимаете, да, о чем идет речь, вот. И как бы это вот в какой-то степени, наверное, проблема для вас. И ко всему прочему, вы еще не знаете, как в этой ситуации быть. Я бы сказал, как в этой ситуации быть, чтобы что. То есть, если вы хотите поработать со своей самооценкой, это одно. Если вы хотите, там, пересмотреть свое отношение к мужчине, допустим, это другое. То есть, это разные вещи. От слова совсем. Но нужно, чтобы вы для себя решили этот момент. Нужно, чтобы вы для себя, ну, как-то вот определились с тем, да, вот, что вы хотите. Понимаете, да? Потому что если вы не определитесь сами с тем, что вы хотите, то о чем можно будет тогда говорить? То есть сейчас, на данный момент, вы выбираете, по сути, быть человеком, который не очень-то вас ценит, не очень-то вас принимает, да? Который своего рода вас обесценивал. Принимая быть с этим человеком, вы переживаете за свой интерес к нему и за свою внешность, сравнивая себя с другими девушками. Так в чем же здесь проблема, может быть, и какую
проблематику здесь вам, по вашему мнению, нужно решать. Ну, например, мне кажется, вот лично мне кажется, что здесь проблема восприятия вами себя. То есть, ну вот мне так кажется, что проблема здесь в том, что вы вот относитесь к себе, как-то вот я бы сказал, посредственно. Вы относитесь к себе. Ну вот сами к себе вы относитесь посредственно. Я бы сказал так. Потому что по факту, да, вы позволяете человеку себя обесценивать. Вот. К сожалению. А это можно делать только в том случае, если вы боитесь, там, условно говоря, остаться одна, если вы в какой-то степени зависите от мужчины, если вы в какой-то степени, там, например, идеализируете человека, вот, ну, то есть, просто вот идеализируете его, и все. Вот. То есть вариантов здесь, повторюсь, достаточно много. Вот. Но вне зависимости от того, много вариантов или нет, вот, вне зависимости от этого, как бы мы здесь говорим о том, что вам делать дальше. По факту. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь, как бы. Ну вот. И, ну, естественно, что вот, только вы можете как бы решить это. Только вы можете ответить на вопрос, да, там, грубо говоря, ну, что вам делать дальше. Как вам действовать дальше. Вот. Только вы можете ответить на этот вопрос. Так что попробуйте сперва для начала сформировать цель, вот просто цель, что я хочу, да, вот что делать, чтобы что. А дальше уже будет видно. Потому что, условно говоря, ну, помочь вам, например, там, разобраться, кто в том, почему вы сравниваете себя с другими девушками, ну, вполне реально. Только вот является ли это проблемы, которую видите вы. Или, может быть, вы видите проблему в другом. Вот. Хочу на всякий случай вас предупредить, что если вам проблема видится в том, чтобы стать более интересной для мужчины, вот, то это, ну, условно говоря, потребует от вас довольно много сил, вот, довольно много эмоций, довольно много усилий, простите, довольно много усилий это от вас потребует, вот, и
к сожалению, совершенно не факт, что человек это как-то оценит, совершенно не факт, что человек как-то вот к этому отнесется положительно, да, совершенно не факт, что человек воспримет это, ну, позитивно. То есть вот, к сожалению, вот. Поэтому, как бы, если вы решите, например, делать все, чтобы ему понравиться, то вот сначала вам нужно спросить себя, да, насколько я готова это делать, насколько я готова ну, насколько я готова в это погружаться, да, насколько я готова стараться это делать, насколько я готова, действовать в ущерб себе, потому что действовать в ущерб себе, так или иначе, придется. Вот. Ну, когда стараешься, значит, для другого человека, да, то есть, когда стараешься понравиться другому человеку, то так или иначе, действуй себе выше. Вот. К сожалению. Такой вот момент, такой вот аспект я должен вам сказать, ну, я должен был вам сказать. Вот. На этом, наверное, все. На этом, наверное, можно закончить мой ответ, да. То есть мне, безусловно, жаль, что я оказался в этой ситуации. Вот в такой ситуации, в подобной ситуации. Вот. Но, честно говоря, пока не сильно понятно, в каком направлении вы хотите двигаться сами. Пока что не ясно. И пока это не ясно, да, то думаю, нужно оставить выбор за вами. Вот. Но я бы обратил ваше внимание на первое. Ваше представление о себе, это первое. Второе, это на общее между вами и человеком. Ну, то есть вот именно, что между вами общего, между вами и человеком. Вот. И как вы воспринимаете то, что вот мужчина там подписывается на других девушек? То есть вот вы говорите, что, значит, не могу это внутренне переварить, вот что это значит, да? Вы говорите, не уверены, что нравлюсь ему внешне. Опять же, что это для вас означает? Что это для вас значит? Вот. Давайте постараемся с этим разобраться, да, постараемся это понять, чтобы вам лучше видеть, в чем проблематика. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я надеюсь, что обратная связь, которую вы дадите в ответ на мой ответ и ответы моих коллег, станет началом плодотворной работы над собой у вас. Всего самого доброго и удачи!